Доброе утро. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала Афро Мангу Мукбангу и Дзен Афро Мангу Мукбангу. У меня лимонный чай. Ой, чай с лимоном, зеленый, сахарным песком. Здесь у меня тарелка, состоящая из ветчины Прага, литовской колбасы сырокопченой, хлеба, ведь буженины из курицы и сыра с этим копченого, сырокопченого, плавленного, лука, хлеба с хреном и сырным соусом. Вот такая вот тарелка. Вот она. Все на тарелке. Так. Ну что ж, проснулся. Начался новый съемочный день. Да. Сегодня что? День железнодорожника, да? Ага. Поздравляю всех железнодорожников с праздником. Мы присоединяемся. Да. Поздравления. Сто восемьдесят пять лет назад открылась железная дорога от Витебского вокзала до Царского села и Павловска. Угу. Хорошо. Про это не надо Аварии поваленные деревни. Как Петербург пережил шторм 6 августа. Пропускная стрела. Да. На большую веку. Закрытый перелом. Ничего себе. Да. Что, закрытый перелом вообще? Да. Конечно. Столько килограмм их не валилось. Да. Вот и сиди дома. Да. Что там у нее? Хлеба не было, наверное, вышла на отдых. Не знаю. Нет, я вообще.
Я не знаю, что случилось. А железная конструкция, как известно, под воздействием воды, коррозия. Нет, там толстое железо. Падают, а? Коррозия. Там толстое железо, просто оно... Эти остановки-то, они со стеклом и с этим... И наверху этот самый, пластмассовый этот там, как он называется? Крыша. Да, вот и... А он как парус как, все равно. Как зонтик. Как зонтик все равно. Наверху зонтик. Ну как зонтик, да. Ну и полил. И ветром ветра, как это, как парус унесло остановку. Вот и все. Если бы не было ни стекол, ни этого самого, ни зонтика, ее бы она бы стояла на месте. Ну что рассуждать теперь, как произошло? Да. Я ж не спорю, я говорю, правильно. Не знаешь, как ветер дует, правильно? Угу. Ну, так вот. Угу. Ты уже погорячее, да? Да. Mm-hmm.
Хлеб еще нанят. Угу. Ба. А, красиво, да? Угу. А, радуга ел. Это наша? Да, 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 да. Да, да. Красота. На. И огненный закат. Ой, да. Извиняюсь. Ну, мы вчера сфотографировали. Не закат. Ма. Угу. Это не закат. Это мы отворачиваемся от солнца. Да. Такое бывает на меня каждый раз. Солнечную погоду. Это бывает, но очень редко. Бак пересел уже этой осенью. Угу, да. Сколько процентов? 10. Военные пенсионеры тоже получат. Конечно. Что они не пенсионеры, да, если даже они военные? Да. Разрушил семью режиссера Татьяна Ивозна. Представляешь? Угу. Плюс у нас мнение с ней. Гуляшвили. Актер и Вячеслав Тихон. На роли Стиглица. Угу. Сейчас. Ничего себе. Ничего себе. Два персонажа Лёжного придумала в фильме. Угу. Чего не сделал, это писатель Семенов. Вкусненько. Да, очень. Что-нибудь подрезать или там? Подрезать кусочек чего-нибудь? Угу, подрезать. Чего? Колбасу можешь подрезать. Один кусочек? Да, да, пойдем.
Маленький кусочек, чтобы не разрезать. Сегодня дети выпадают из окон. Да. Ничего себе. Куда ты родители смотрели? Ценных пород деревьев, смотри, как сделана карта мира. Угу. Очень красиво. Угу. Это не такие деревья нашли, зеленоватые, какие-то красные, желтоватые, не желтоватые, да. Красные породы деревьев, это красное дерево. Угу. А зеленый-то откуда? Ну. Чуть-чуть надо? Нет. Чего? Хорошо. Затища. Да. Знаменитый актер. Угу. Жену. Да. Есть машина Рено, да? Есть, да. Вот.
Как его там зовут? Так, фамилия была написана. Этого актера была фамилия написана. Жан. Так это имя Жан. А фамилия дальше, после имени. Да. Да. Мам. Да не бой. Все очень вкусно, спасибо. Ну, потому что сегодня праздник железнодорожников. Мы с ними тоже празднуем. Вкусненько мне. Завтраками. Правильно? Да. Все съел? Да, конечно. Все, спасибо, что посмотрели. Еще чай? Не, все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Подписываемся на Дзен, Афро Мангу Мукбангу. Здоровья, удачи, счастья и всего самого хорошего. Еще раз поздравляем железнодорожников. До следующего Мукбанга. С праздником. Железнодорожников. Железнодорожников, да. Я тоже поздравляю. Мне нельзя поздравлять? Почему можно? Заходи, если что.